мы поговорим о производителе, мы поговорим о продукте немножко в другом контексте, да, и поговорим о системе вознаграждения, благодаря которой мы можем еще и зарабатывать, да. Ну, я представлюсь, меня зовут Холкина Марина, кто меня не знает, я представитель золотой команды лидеров компании Beverly Club. И по совместительству, по профессии вообще врач-невролог, но сейчас врач-нутрициолог. Прошла курсы у профессора Дадали онлайн, да, 4-месячные курсы, и имею сертификат врача-нутрициолога. Давайте мы приступим, я отвечу обязательно на ваш вопрос. Смотрите, мы работаем с японским производителем Shiseido Pharmaceutical Company. Я прям напишу, да? Красненьким цветом, Shiseido, Pharmaceutical Company уж не буду, да? Очень хорошая новость, прям только что. Вы знаете, очень много вопросов, и я сталкиваюсь с этим практически каждый день. Ну вот расскажу вам, например, вчера мне звонила дама очень интересная, вернее, я ей позвонила. Она работает в российской компании, там тоже продвигаются БАДы, 20 лет она лидер этой компании. И я ее спрашиваю, скажите, пожалуйста, а вот вы слышали, может быть, что-то, может быть, вы рассматриваете какие-то другие предложения? Есть компания, которая сотрудничает с Японией. И мы продвигаем первая вообще компания сейчас на российском рынке, которая продвигает японские БАДы. На что она мне, значит, говорит, это не Беверли? Я говорю, ой, так вы уже слышали о нашей компании, да? И тут начинается поток. Вот знаете, просто идет поток негатива. То есть, с чего вы взяли, что это Япония? Это вообще делается на Малоарнаутской, да, или где-то там в подвале. Вот, никаких сертификатов. А вы вообще их отзывы смотрели? Она меня спрашивает. Я говорю, я не просто смотрела. У меня по моей команде за 2 года почти 2000 человек и отзывов более чем. Она мне говорит, там же 25-й кадр. Вы что? Вы посмотрите внимательно. Я говорю, знаете, я сама снимаю эти отзывы, но я не знаю, как делать 25-й кадр. Вот. То есть, понимаете, о чем идет речь, да? И вот чтобы вот это все сейчас предотвратить, все вот эти разговоры, да, наш президент Николай Николаевич Ли сейчас готовится к выпуску фильм именно о нашем производителе. Вот давайте прям похлопаем, да? Потому что вот на самом деле, вот мне лично уже, ну, как-то так приустала я отбиваться, да, от вот этих вот негативных вещей. Еще раз повторяю, мы работаем с японским производителем в Shiseido Pharmaceutical Company. На каждой упаковочке нашего продукта вы видите знак GMP. GMP. Что это за знак? На каждой упаковочке, здесь он нарисован, на каждой упаковочке, которая внутри находится, да? Именно вот сам. Мария, дай, пожалуйста, я покажу, да? То есть сам продукт, друзья мои, приходит из Японии вот в таких упаковках. Вот. Огромными коробками приходит вот в таких упаковках. А затем его уже фасуют вот в такие, согласно плану маркетинга. Понятно? И на каждой вот этой упаковочке вы видите знак GMP, он зеленого цвета. Это доказательство того, что это препарат растительного происхождения. Вот зайдите в аптеку, зайдите в магазин. Кстати, зубную пасту тоже нужно выбирать очень и очень скрупулезно, да? Потому что это то же самое, потому что мы наш продукт кладем под язык, и он усваивается сразу в капиллярах, в кровеносных. Зубная паста то же самое. Поэтому я вам очень рекомендую смотреть на знак. И он должен быть зеленым. Если он зеленый, это чисто растительная зубная паста. Да? Если она черная, значит там есть химия. Второй момент. Вот это штрих-код Японии. И мы его сканировали, и поверьте мне, это действительно Япония. Третий момент. Мы сами лично на событии, на изумрудном марафоне видели директора, президента Shiseido Pharmaceutical Company и вице-президента, который является вице-президентом нашей компании. Наша компания называется Beverly Club, то есть это клуб, это клубная система, да? И став партнером этой компании, вы просто открываете номер и становитесь членом этого клуба. Клуб у нас потребительский, то есть вы покупаете продукт один раз в 6 месяцев, любой, какой хотите. У нас есть два направления продукта, да?
Первое направление продукта – это Magic Pack, то есть наша магическая коробочка, так называемая, да, волшебная коробочка. В состав ее входит 6 упаковок минерального комплекса и 3 коэнзима. Почему именно вместе? Потому что японцы доказали, что эти два продукта работают синергично, то есть усиливая действие друг друга. Что такое минеральный комплекс? Минеральный комплекс – это сублингвальная подъязычная таблеточка, в состав которой входит 56 микро-макроэлементов. Дополнительно добавлен диоксид кремния, D3, йод и фосфопептиды. Все это позволяет усваиваться нашему продукту на 97%. Для чего нужен минеральный комплекс? Питая клетку, мы действительно уходим от многих причин заболеваний. Вот уважаемый профессор нам сейчас рассказывает про эндокринную систему. То же самое можно рассказать про сердечно-сосудистую, про органы дыхания и так далее. Как я всегда говорю, этому продукту не важно, какой у вас диагноз. Он работает на клеточном уровне, то есть он улучшает обменные процессы. И если, например, не хватает, скажем, кальция в организме, это может привести к массе заболеваний. Ну вот говорят, что 150 патологических состояний. Я сама не считала, но я думаю, это так. Если, например, не хватает цинка, скажем, там, хрома, молибдена, ванадия, может возникнуть сахарный диабет. Мы просто, даже врачи этого не знают. Это знают только нутрициологи, натуропаты, вот такие вот, такая категория врачей. И, конечно, когда мы хотим, несем в массы вот свою идею оздоровления, нас, к сожалению, очень часто встречают, да? Что это ерунда, что это витаминки, да? На самом деле, абсолютно правильно сказал профессор, что еще дважды лауреат Нобелевской премии Леймус Полинг говорил, что без микро-макроэлементов, если мы будем восполнять их, мы уйдем от многих заболеваний. И даже наши умы, тот же Тутельян, тот же Суханов, директор Института питания, да, то же самое говорят, что без БАД мы не можем решить проблему ни профилактики, ни даже лечения заболеваний. Во Владимире недавно была проведена международная всероссийская конференция педиатров, где говорили уже, знаете, уже бьют в набат врачи, что если мы сейчас своим деткам не будем добавлять в рацион микро-макроэлементов, будет катастрофа. Эти дети проживут еще на 7-10 лет меньше, чем мы с вами проживем. Слушайте, куда еще меньше, да? Японцы живут у нас фактически до 90 лет продолжительность жизни, у нас 68. И то, попробуйте, доживите, да? Вот. Второй продукт – это коэнзим QH, вот здесь вложен. Мы сейчас не будем подробно о нем говорить, но это энергия всех клеток. Единственное, что хочу сказать, это новейшая разработка японских производителей лаборатории Конека. Это запатентованный продукт, и вы не найдете его ни в Японии, ни в Германии, именно в такой дозировке, как у нас. Коэнзим QH, сафлоровое масло и лактобактерии, которые в Японии являются самыми эффективными, в дозировке 590 мг. Вы можете найти коэнзим QH в лаборатории Конека 100 миллиграмм. Можете. Но там не будет лактобактерий, и дозировка будет не такая. Видите, на каждой упаковочке стоит Beverly Club. То есть этот продукт делается эксклюзивно для нашей компании. Договор заключен на 49 лет. Я, знаете, когда писала 49 лет, меня как-то не очень впечатляло. Но когда я посчитала, это будет 2065 год. Вот это как-то мне прям бальзам на душу, да? То есть компания заключила договор с этим производителем, и до 2065 года будут эти продукты нам поставляться. Да. И, соответственно, второе направление продукта. Здесь у нас 4 или 5 продуктов? 4. 4 продукта. 4 продукта. И вы выбираете для себя любой. Это могут быть крема от Шисейда. Очень хорошие. Супер. Я вот сейчас уже подсела, у меня вот заканчивается, я заказываю только эти крема. Но как бы есть с чем сравнивать, да? Есть супер омега, о которой мы сегодня уже тоже поговорили, да? Причем это не просто омега-3, это натокиназа и сквален. У нас есть еще коллаген, эластин, гиалуроновая кислота, церамиды тоже внутрь. И сейчас в марте месяце новый запускается продукт. Это будет вообще... Не люблю это слово, но это будет действительно бомбический продукт.
Он называется Top Force, да? Это витамины группы В, это растительный инулин, который крайне необходим для больных с сахарным диабетом первого типа. Это наша фигура, мы все будем очень стройненькими, худенькими, потому что там идет именно расщепление жиров, да, но очень щадящие, не надо никаких диет, это просто жиры не будут откладываться, то есть понятно, да? Вот. И, конечно, еще будут продукты, но они все будут идти именно во втором направлении. Итак, мы можем стать членом клуба и зайти сразу на два направления продуктов. То есть взять этот продукт и что-то из этого. Тогда наш вход будет стоить $700. Но это, друзья, только на 6, не на месяц, да? А вот эта сумма, это на 6 месяцев вы вкладываете. То есть, ну, есть хорошая новость, что можно зайти и на один продукт. И, в принципе, мы так и рекомендуем, потому что все-таки начать нужно вот с этого продукта, чтобы клетка напиталась, чтобы энергия вырабатывалась, да, а потом немножечко зарабатываем, да, и купим уже второе направление. Но если человек может зайти на два направления, мы должны ему это сказать, друзья, чтобы потом не было претензий, да, что человек хочет приобрести вот этот продукт, а мы говорим, нет, давай сначала вот этот, а потом тот. У всех, да, вот крем закончился, человек хочет крем здесь взять, например. Или омега, да, ему более важна сейчас. Это мы должны сказать. Итак, когда вы встали в систему, открыли номер и проплатили хотя бы одно направление, зашли, 6 месяцев у вас есть на развитие уже своей команды, да, своего клуба. Если вы хотите рассказать об этом другим людям, вы просто рассказываете, то есть вот чистой продажи у нас нет, мы не можем продать, потому что у нас есть единый магазин, и он доставку делает, прям курьер приносит вам домой продукт в любой город СНГ, Белоруссии и Казахстана. Но за рекомендации, вот когда вы встали, под вами открылось вот таких два места. И вы начинаете людям рекомендовать. Рекомендовать что? А что человеку важнее на сегодняшний день? Если ему важнее здоровье, значит, мы больше говорим ему про возможность оздоравливаться. Если он говорит, для меня сейчас 25 тысяч – это очень дорого, то мы ему говорим про что? Про деньги. Про возможность зарабатывать в этом проекте, кушая продукт, который нужен всем и всегда. Очень момент интересный вот в чем заключается. Предположим, человек страдает каким-то хроническим заболеванием. Он берет продукт, и через 6 месяцев он должен снова взять, да? Он же у него закончится. Так вот, мы можем ему сказать, я могу вам помочь этот продукт взять потом бесплатно. То есть уже у вас будет вознаграждение в вашем личном кошельке, да, накопленное. И вы этот продукт закажете уже без денежек. Как вам? Здорово, правда? То есть каждый выбирает для себя, что он хочет. Просто пользоваться продуктом. Зарабатывать, чтобы следующий продукт был бесплатный, сделав несколько рекомендаций. И третье, зарабатывать дополнительный доход. Или, может быть, потом этот бизнес станет вашим основным, да, доходом. Здесь выбирает каждый для себя сам. Итак, предположим, двое знакомых, которые хотят оздоравливаться просто на продукт. Вот, например, Оля и Наташа. Да? Смотрите, у Оли и у Наташи уже свой круг знакомых. И вы просто научите Олю рассказывать тоже двум людям, да? Не надо заниматься переписью, просто двум людям. И Наташе, да, помогли. Дальше вот здесь, например, Саша, Лена, там, я не знаю, Тамара, Ирина. У них уже свой круг знакомых. Ну вот мы когда начинаем рисовать вот такую схему, да, это я тоже уже с этим сталкивалась неоднократно, люди говорят, ну все, я понял, да? Все, я понял. Пирамида. Пирамида. А что такое пирамида? Мы уже теперь это знаем, мы на школах учились, да? Вот, это вообще-то на самом деле называется построение потребительского клуба, да? То есть вы просто людям даете информацию, они дают другим, и компания вам начинает уже выплачивать вознаграждение. Вознаграждение выплачивается за каждую рекомендацию, сделанную лично вами и не лично вами. И совсем не лично вами. И вы вообще можете не знать этих людей, но компания вам будет выплачивать вознаграждение, но по одной из веточек, которая меньше. Предположим, вот это левая у вас веточка, ну у всех, да, так? Вот это правая. И предположим, вот в правой веточке
Как-то быстрее пошло движение, да, она стала больше. Закончился месяц. По какой веточке вы получите вознаграждение? По меньшей, по левой. Эти ветки могут меняться. И в следующий месяц вы можете по этой получить. Понятно, да? Теперь такой момент. Я всегда людям говорю, а знаешь ли ты, что такое геометрическая прогрессия? Ну, все говорят, да, знаю. Да, я тоже знаю, я училась в школе хорошо. Но, вы знаете, я просто была поражена, насколько это работает. Смотрите, первый месяц мы рассказали об этой бизнес-возможности или о продукте, неважно. У нас бизнес равен продукту. Вот это все понимают, да? Или наоборот, продукт равен бизнесу. То есть вы вложили в свое собственное тело один раз в 6 месяцев, и перед вами 6 месяцев, чтобы зарабатывать. Первый месяц вы пригласили 2 человека, это ваши люди, да? Во второй месяц вы помогаете уже этим людям рассказать об этой возможности его знакомым. 4, да? Во второй месяц у вас. Третий, давайте быстренько нарисуем это, да? 8. 4. 16. Нет, трясется. Доска. 5 месяц 32. Веселее. 64 будет. 128. Так, молодежь у нас еще и умеет считать. Молодежь не умеет. Вот-вот, Эдуард Робертович. 512. Так. Вот знаете, я вот где-то вот с этого, да, это вот я еще понимаю, да? А дальше посмотрите, как увеличивается, да? Вот она, геометрическая прогрессия. На 10 месяц у нас уже сколько? 1024. 1024. На 11 месяц? 2048. Угу. И на 12? 4096. Ой, месяц. 4096 человек. Ну, вы мне можете сказать, что это в идеале, да? Что 2, 2, 2, 2. Слушайте, ну, мне не 2 знакомых, кому нужен этот продукт. Этот продукт нужен всем. Он нужен и для того, чтобы забеременеть, и для того, чтобы выносить эту беременность, и для того, чтобы ребеночек был здоров и не болел. И потом ребеночек развивается, ему тоже нужен. И нам нужен, и вам нужен. Он нужен всем. Понимаете? То есть, хорошо, да? 2, 4, 6... Я всегда на этом моменте спрашиваю человека, слушай, скажи, пожалуйста, а какой доход ты хотел бы иметь на сегодняшний день, чтобы жить комфортно? Какой доход? 150. 150. Какой доход? 200. 200. Видите, да, у каждого свои, да? Иногда мне говорят миллион. Я говорю, слушайте, а вы когда-нибудь этот миллион вообще в руках держали? Да, говорит, держал. Я говорю, в банке работала, да? Я, говорит, его подержу и отдам, да? Вот. То есть, смотрите, 150, хорошее, 200, замечательное. Скажи, пожалуйста, а у тебя был когда-нибудь доход 200 тысяч в месяц? Нет. Вот в этом проекте это возможность. Ты можешь получить 200, если захочешь, если примешь решение. Почему? Потому что японские финансисты, ну, экономисты, назовите как хотите, да? Они разработали такой план вознаграждения, что на каждое бизнес-место... вот на это, заложен уже 1 000 000 рублей в месяц, 15 тысяч долларов. Они заложены, но ваше право взять их у компании. Знаете, мне нравится эта фраза очень, да? Вот проплывает корабль с золотом. Хотите поделить кусочек себе? Welcome. Не хотите, он просто проплывет мимо вас. Но это действительно корабль с золотом, потому что... это единственный проект с японскими БАДами, которые нужны всем. Открытие России будет только в июле месяце. Мы находимся на предстарте. То есть мы еще успеем в этот корабль заскочить, да, и поделить этот слиток золота. И поверьте, что на каждое бизнес-место 1 000 000 рублей. 200 тысяч – это будет где-то вот примерно вот здесь. Потому что, смотри, нас отсекают. То есть, как только у тебя будет в этой веточке 2143 человека и в этой веточке 2143 человека, ты их не знаешь, этих людей. Вот я просто захожу сейчас в бэк-офис, я
Там Лондон, там Эмираты, все города российские, я не знаю этих людей, но они все стоят в моей ветке, там, понимаете? То есть, как только 2143 человека, да, ну вот это чуть-чуть больше, чем за год, вас отсекают, все. И даже когда у вас будет уже здесь 3000 человек, вы все равно будете получать только 15 тысяч долларов. Вот это понятно? Вот оно отсечение. Зиль, классное отсечение, правда? 15 тысяч долларов, миллион рублей в месяц, более чем, да? И это, друзья мои, только по одному продукту, вот по этой ветке. А если вы заходите на два направления продукта, то вы то же самое получаете, потому что это те же люди, это не новые люди. Это те люди, но только они перешли на другой продукт. И вы получаете еще 1 миллион через какое-то время. Я не знаю, через какое. Может быть, через год. Это реально сделать через год при дубликации 2-2-2-2. Может быть, через 2 года, может быть, через 5 лет. Но вы в любом случае выходите на доход 15 тысяч долларов, друзья мои, на одно бизнес-место. И всегда нужно ежемесячно. Это пенсия, представляешь? Это та пенсия, которую мы, отработав на государство 35-40 лет, получаем, да? Здесь, отработав на себя, еще, кстати, людям помогают тоже зарабатывать, да, и оздоравливаться, мы здесь можем вот такие вот получать вознаграждения. И еще момент все-таки я хочу заострить ваше внимание. Мы все разные, у нас разный уровень доходов и разный уровень амбиций. Если вы встречаетесь с предпринимателями, те, которые здесь действительно видят быстрые деньги, то нужно рассказывать еще о чем? Как можно зайти в этот золотым проект? Золотым треугольником. Можно зайти в этот проект золотым треугольником. И об этом говорил президент на трехлетии кампании, на которой мы были в Алма-Ате. Да? То есть не нужно об этом молчать. Если человек может зайти вместо Оли и Наташи, поставить своего мужа, и, например, дочь, то нужно ему об этом говорить. Потому что и на мужа будет 15 тысяч долларов, и на дочь 15 тысяч долларов. И если он начинает развивать вот так вот 2 по 2 по 2, вот эти все деньги, они идут в одну семью, в один кошелек. Дочь должна быть совершеннолетней? 14 лет. Вот у меня сейчас партнер в Москве, сыну исполнилось 14 лет, он получил паспорт, его сразу поставили в систему. Все. Нужно просто занять место. Понимаете? Даже если вы не будете дочери развивать пока вот эту ветку, да, вот просто будете эту и эту, она у вас стоит. И когда в этой у вас будет 2143 человека и вас отсекут, вы будете развивать уже дочери, мужу и так далее. И то же самое можно сделать и на второе направление продуктов. Вот это понятно? Потому что когда задали Николаю Николаевичу вопрос, как заработать миллион, нет, 100 тысяч долларов, да? 100 тысяч долларов ежемесячно? 100 тысяч долларов ежемесячно, это сколько за год будет? 100 тысяч долларов за год сколько будет? 1 200 000. 100 тысяч долларов за 12 месяцев. Сколько это будет? 1 200 000. 1 200 000. Долларовые миллионеры. Хотите-то? Вообще задача президента сделать клуб долларовых миллионеров. Каким образом? Либо вы развиваете команду и получаете миллион долларов, да, становитесь вице-президентом. Либо вы просто встаете на 3 места на один продукт, на 3 места на второй продукт, развиваете этот бизнес в таком темпе, в каком вы хотите, ну, лучше быстро, да? Там сейчас открытие России будет, это будет волна, это будет что-то. И вот эти деньги вы можете зарабатывать спокойно при дубликации 2-2. Вы поняли, о чем я говорю? Это говорил об этом Николай Николаевич Ли. И нужно людям вот это показывать, да? Что если ты зашел на 3 места... И на второе направление, на 3 места, ты в любом случае можешь выйти на этот доход. Вот. И кроме этого у нас еще существует, это вообще так называемый малый бонус, да? Ничего себе малый. Вообще маленький, да, бонус?
Вот. И он растущий. Вы каждый месяц получаете больше, 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 потому что у нас накопительно все идет. У нас ничего не обнуляется. У нас количество людей просто вот так вот переходит, 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 да? Людей или покупок у нас одно и то же. И есть еще второй бонус. Он у нас премиальный, да? Премия. За что дается премия? За количество. За хорошую работу, за работу с командой, за то, что ты помогаешь нижестоящим людям, да? И эта премия тоже очень весомая. 50 человек в меньшей ветке, я не говорю сейчас про 8, 8 человек в меньшей ветке, вы просто продукт получаете от компании второй раз бесплатно, да? 50 человек, вы едете каникулы, вот сейчас 300 человек едут на каникулы, да? Если вы не хотите ехать, вы пишете заявление и получаете 100 тысяч рублей компенсацию. Дальше идет 120 человек. Здесь первая машина. Либо берете деньгами, да? 8 тысяч долларов. Ну, это 520 тысяч рублей. Приятно? Более чем, да? Раз тебе. Смотрю, ух ты, как хорошо, да? Дальше больше, то есть 300 человек. Вот за 299 человек вы получаете только малый бонус. А как только 300, да, и там еще есть определенные условия, это уже по взращиванию своих лидеров. Ну, мы сейчас об этом не будем. Это само собой происходит, потому что люди тоже хотят зарабатывать. И они становятся и бронзами, и серебром. Понятно, да? То есть это идет параллельно. Здесь уже будет вторая машина. Она более такая... Ну, да, да. 300 человек. Либо вы получаете какую компенсацию? 20 тысяч долларов. Как быстро можно это сделать? Ну, у меня есть партнер, который это сделал за 8 месяцев. Вот. То есть все зависит от вашего опыта, от того, как за вами идут люди, от того, как вы быстро обучитесь, потому что у нас есть обучающие программы, системы, школы. Если вы быстро это все впитаете, да, то у вас тоже получится. Я всегда говорю, если один человек сделал, значит, второй повторит. Следующий статус. 800 человек в малой ветке. Писать негде. Так будем, да? 800 человек в малой ветке. Это уже 50 тысяч долларов, либо машина Land Cruiser Prado. Можно это сделать? Можно. Мария Заркумна, мой непосредственный наставник, да? Она сейчас у нас... Это, кстати, очень красиво называется. Если вот это вот платина, да? То 800 человек в малой ветке – это рубин. И Мария Заркумна сейчас является первым рубином в России. Уфа! Понимаете? А потом как бы уже мы работаем в других регионах. Поэтому принимать... А, ну дальше там есть еще 100 тысяч долларов, 300 тысяч долларов и миллион долларов. Вот, но я об этом сейчас говорить не буду, потому что я всегда так говорю. Начнем зарабатывать, потом уже придем... И к 100 тысячам долларов, да, которые сейчас в компании уже 3 человека у нас получило. За 3 года работы. За 3, на 49 лет 3 года работаем, да, 46 осталось. Но уже 3 человека получили 100 тысяч долларов. И 300 тысяч долларов получил наш непосредственный наставник, спонсор. Это чек номер один компании, которая находится под президентом. Это наша Флорида Васильевна Легай, которая неоднократно у нас в городе была и еще будет. Это наш непосредственный наставник. То есть, возможно? Возможно. Все. То есть, смотрите, в этом проекте вот лично для меня сложилось все. Во-первых, это качественный, не обсуждается вообще качество, продукт из Японии, который, повторяю, нужен всем и всегда. Это возможность давать людям инструмент для оздоровления, да, для лечения каких-то, ну не лечения, скажем, хотя бы улучшения каких-то. Хотя почему улучшения? Лечение. Посмотрите, какие у нас результаты, да? Зайдите в чат Telegram и посмотрите, какие результаты. Те заболевания, которые я не могла лечить, когда я была врачом, те же, например, эпилепсия, да, я невролог, паркинсонизм, рассеянный склероз. Я до сих пор помню девушку молодую, которая у меня на участке умерла от рассеянного склероза. А может быть, да? Мы же не знаем, а может быть. И поэтому, когда есть хоть один шанс, его нужно использовать. И такая возможность исправить свое материальное положение. Скажите мне, пожалуйста,
где, на какой работе можно еще так быстро выйти вот на такие доходы. Это просто невозможно. И вот это возможность. И, пожалуйста, рассмотрите ее, разберитесь и будьте с нами. Добро пожаловать в клуб успешных, скажем, здоровых, да. Счастливых. И счастливых, да, и счастливых людей. С вами.